Вообще, за всеми этими скандалами последних дней мы, кстати, не обращаем внимания на очень важный фактор, который происходит сейчас в Европе. Если вообще вас интересуют дела в Европе, потому что сейчас наступает момент, который может оказаться, ну, если не катастрофическим, то очень серьезным для всего Евросоюза. И сейчас, по большому счету, здесь, в Германии, это обсуждается активнее всего. Речь идет, конечно же, об Италии и делах, которые происходят там. Но для тех, кто очень далек от этой страны, от ее политической системы, я расскажу одну интересную вещь. Кстати, она будет полезна, например, последователям Алексея Навального. Дело в том, что в Италии с недавних пор образовалось и окрепло так называемое движение «Пяти звезд». Это абсолютно популистское движение, организованное вот этим странным человеком. Зовут его Пеппе Грилло, и он, представьте, не экономист, не юрист, как это обычно принято, а самый обычный комик с телевидения. Можно сравнить его с ушедшим от нас Михаилом Задорновым. В какой-то момент, в начале 2000-х годов, он создал блог. Сначала просто писал смешные такие гневные посты. И в основном его тема, кстати, почему я сравниваю его где-то с Навальным, была связана, конечно же, с коррупцией, с мафией и со всеми прочими делами. Естественно, эта тема очень ходовая, и тогда он был один из немногих, у него образовалось очень много подписчиков, и Грилло на этом не остановился. Кстати, через свой блог и свою активность в соцсетях он очень разбогател и даже стал миллионером. Вокруг него объединилось много молодых инициативных, и они решили все свои бонусы, которые получили через соцсеть, в отличие от Вячеслава Мальцева, они подошли к этому конкретно и организовали целое движение. Шли они достаточно долго. Они не назначали никаких дат, новой революции или еще что-то в этом роде. Они просто объединяли вокруг себя все больше и больше людей. И в какой-то прекрасный момент появилась программа. Программа у них необычная, нужно сказать. Тут, кстати, даже далеко Алексею Навальному по популизму в этой программе. Ну, например, один из пунктов в последнее время, который они обсуждают, что каждый итальянец достоин такого минимального базового дохода, как они предполагают, около 780 евро. То есть они переплюнули даже Швейцарию и Финляндию в этом смысле. Помните, когда в Швейцарии проводился референдум и спрашивали людей, считаете ли вы, что людям должны просто всем подряд раздавать по 500 евро в месяц, неважно, работаете вы или нет, но вот у вас должен быть хотя бы минимальный доход. И тогда швейцарцы сказали, нет, они этого не хотят. Почему, кстати, в России не объяснили? Потому что среднее социальное пособие там больше, чем 500 евро, и поэтому люди посчитали, что сделают себе хуже. Но Италия беднее, конечно, Швейцарии, тем не менее, они почему-то посчитали, что они достойны большей суммы. Естественно, кому не понравится просто так получать 780 евро. Другой вопрос, почему люди на это покупаются? Но вот они покупаются, они верят, что Пеппе Грилло это сделает. Второй пункт – это свободный интернет, то есть интернет бесплатный, так как это движение организовалось в интернете. Тоже очень популистский лозунг, многих это устраивает. Дальше немного говорят об экологии. Но если кто-то думает, что этот Пеппе Грилло говорит какие-то важные, серьезные вещи, нет, ничего подобного. Все, о чем кричит Пеппе Грилло на выступлениях, на своих многочисленных площадях, это звучит приблизительно так. «Европа обворовывает нас, мы бедные, трудолюбивые итальянцы». Мы заслуживаем лучшей жизни. Самый главный враг Италии сейчас Германия. Потому что Германии лучше всего, там у них все классно и все хорошо, и они живут за счет нас, бедных итальянцев, греков, испанцев. Они используют наш юг для того, чтобы там жрать и так далее. Более того, то, что Евросоюз очень много лет спонсирует Италию, то, что они помогают им в их экономических реформах, об этом не говорится. Пеппе Грилло, например, один раз вообще заявил так. «Знаете, ребята, у нас очень большой долг, это да, но мы можем сделать так, что никто у нас не потребует этих денег. Мы просто выйдем из Евросоюза, мы просто скажем им, подавитесь нашим долгом, мы сделаем это, и никто не потребует от нас этих денег».
Ну, естественно, заманчиво. Чем отличаются популисты? Они же в основном говорят о том, что мы всем покажем факт, и нас все так хорошо послушают, и вообще все будет замечательно. Вот послушайте Трампа, всех остальных людей вот в этой же самой риторике. Ну, Жириновского, да, понятно. У Жириновского, как у российского имперца, у него какая основная фишка? Пойдем всех завоюем везде, наши сапоги будут русские в Турции, там, все, дойдем до Киева в первую же неделю. Русский популист о своем, а итальянский популист, естественно, о деньгах, о долгах. Ну и о Германии, которая, кстати, благодаря своим туристам и так далее, составляет самый большой процент посещаемых эту страну, о чем он, конечно, своим слушателям старается не говорить. Но тем не менее, в этом году это движение вырвалось в самый что ни на есть парламент. Единственное, что еще нужно сказать в отношении Беппо Грилла сегодня, что ему уже 70 лет, это пожилой человек, 48-го года рождения, и организовав все это, в данный момент, вот в 2018 году, отданы, так сказать, бразды правления вот этому молодому симпатичному человеку, зовут его Луиджи Ди Майо, и он с юга, и он сейчас представляет это движение в парламенте. А сам Беппо Грилла продолжает писать в интернете различные посты, продолжает, так сказать, оставаться идеологическим фюрером этого движения. И движение «Пяти звезд», которое раньше говорило, что мы не имеем никакого отношения к политике, теперь мы видим, как оно превращается в обычную партию, это не одна популистская партия, которая сейчас претендует на власть. Есть еще, я бы сказал, еще более вредная партия, это так называемая «Лига Севера» с ее лидером Матео Сальвини. Этот чувак удивляет еще сейчас больше, чем Беппо Грилла. Ну, во-первых, в самом названии, да, «Лига Севера». Знаете, о чем они говорят? Они считают, и в принципе в Италии это давно эта мысль о том, что страна разделена на север и юг, богатый промышленный север и нищий бедный юг. И всегда вот эта мысль о том, что нужно делиться, нужно разделить эти две страны, что две разные культуры. И вот Лига Севера, естественно, это партия, которая вовсю за то, чтобы север отделился от остальной Италии. Это имеется в виду Милан, имеется в виду Венеция, имеется в виду Турин и так далее, то есть, в общем, север. Но, естественно, для того, чтобы разрушить свою страну, для того, чтобы они смогли провести этот референдум, и для того, чтобы это произошло, им для этого нужно что сделать? Выйти из Европы. И здесь они очень похожи на Беппо Грилла, потому что и Беппо Грилла, и Сальвини оба говорят, что нужно выйти из Европы. Вернее, сейчас Беппо Грилла уже стал меньше об этом говорить, но когда-то это был его основной лозунг. Когда-то ни о чем другом он не говорил, как только о том, что нужно отказаться от евро и немедленно вернуть лиры. Правда, то время, когда у итальянцев были миллионы этих самых лир, у них была такая дикая инфляция, вспоминать они не хотят. Самое главное, что они думают, ну вот если они вернут свою собственную валюту, вот тут-то они заживут по-настоящему. Во-первых, они выйдут из еврозоны, и им наконец-то простят их долги. Так вот, чем опасен этот Сальвини? Сальвини против, категорично против российских санкций. И Сальвини – это тот человек, который обожает Москву и обожает персонально Путина. Люди, которые постоянно говорят, что санкции, навязанные нам Германией против России, разрушают нашу экономику. Мы должны срочно отказаться от санкций против России. И вообще лучше, если мы пойдем и лизнем задницу Путину. Ну, конечно, последние они не говорят, но подразумевают. Уж если у этого человека была бы власть, то самое первое, что бы он сделал, это отменил бы все санкции и так далее. Многие уже поговаривают, что Сальвини финансируется Путиным, и что Путин посредством вот таких ручных политиков хочет поломать Европу. Потому что и Сальвини, и Беппо Грилло, одним словом, вот это правопопулистское крыло в Италии, вовсю говорит о том, что первое, что они сделают, они выйдут из Европы. Так как там внутри им нужно создать коалицию, у них никак это не получается, потому что демократические силы внутри парламента все-таки не хотят давать этим популистам все карты в руки. И вот уже прошло, по-моему, 3 месяца или больше с момента выбора, это было в марте, да, сейчас уже 3-й месяц идет, они никак не могут сформировать свое правительство.
И, конечно, понятно, чем это опасно, что если им все-таки удастся создать правительство и не будет повторных выборов, то, скорее всего, Лига Севера и Пять Звезд и еще остальные такие же будут созывать референдум по факту выхода Италии из еврозоны, по крайней мере, они этим грозят. Мы все знаем, что уже был Brexit, мощный удар по Евросоюзу. Если третья по силе экономика Италия решит выйти из Евросоюза, то это фактически будет обозначать конец Европы в том виде, в каком мы сейчас ее знаем. Евросоюз, основанный на Германии, Франции и еще нескольких стран Восточной Европы, вряд ли, конечно, будет иметь ту силу, которую имеет сейчас. И в Германии это прекрасно понимают. И просто с трепетом ждут, придут ли эти популисты к власти. Европа, если вам приятно это слышать, трещит по швам. Ну а я, как житель Германии, конечно, немножко расстроен. Расстроен тем, что обвиняют Германию в том, что сами живут бедно. Я понимаю, почему это происходит. Это никогда не изменить. Всегда присутствует момент зависти, а еще и желание получать деньги. Но желательно не работать и ничего менять в своей системе, в чем я в любом случае уверен и о чем говорят немецкие политики, что как бы ни легли карты, если даже Евросоюз полностью рассыпется, Германия и до создания Евросоюза, и мы уверены, что после его краха все равно останется сильнейшей экономикой в этой части мира. В этом я не сомневаюсь. Пока!